Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ее жизнь после расставания. Некоторые просили меня посмотреть этот расклад, поэтому смотрим, держим интригу, что же будет дальше. Но я думаю, будет довольно интересный расклад, который потешит ваше самолюбие. Как всегда, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся этим видео с друзьями. И смотрим, какие же энергии преобладают сейчас в вашей жизни. Так. А вы пока, знаете, вот давайте продолжать знакомиться. Напишите мне, пожалуйста, вот в какой стране вы хотели бы жить, в какой стране мира, да, вот. Либо же вам хорошо и комфортно там, где вы сейчас находитесь. Вот где вы хотели бы жить реально? Потому что я знаю, многие хотели бы переехать куда-то, да, потому что прозябать вот там, где сейчас, человек не хочет. Напишите ваше мнение. Итак, в каких энергиях вы пребываете? Смотрим. Опять-таки из расклада в расклад переходит вот состояние отшельничества, грусти, печали и тоски. Больше озлобленности появилось в вашей жизни, больше жесткости. Раньше вы были немного другим, вот были помягче, полояльней. Вы такой, знаете, позитивно настроенный человек. Вы стараетесь по большой мере искать позитив во всем. Как бы вам плохо не было, вы все равно стараетесь везде какие-то плюсы найти. Потому что, ну, так можно реально сойти с ума, если думать только о плохом. Если вот запустить в голову одни негативные мысли, но это реально, это может крыша уехать. А вы вот стараетесь выкарабкиваться из этого. Вы очень светлый человек, я бы сказала, очень добрый такой, лояльный, да. Но, тем не менее, сейчас вы переживаете не очень простой период вот расставания с женщинами. Вернее, с женщиной, да? Ну, просто вас много, я говорю, с женщинами. У кого-то это проигрывается в данный момент, да? Вот такое вот отшельническое настроение. У некоторых из вас уже, может быть, вот только-только закончился этот период, уже начинаете оживать, да? Но однозначно период, когда вот не хотелось ничего, когда вроде бы и поутихлись вот эти все бури, скандалы, да, а какая-то апатия. Просто остался, знаете, вот осадок, недоверие какое-то осталось, боль, горечь утраты осталась. Ну, то есть много очень негативных таких эмоций. Итак, давайте-ка теперь посмотрим. Какая же дамочка пожаловала к нам на расклад? Любительница погулять, потусить. Вот она живет, знаете, играючи. Абсолютно. Вы с ней два разных человека. У меня такое ощущение, что вот даже в отношениях и в любви вы были разные. Вы как-то более серьезно относитесь вообще к отношениям. У вас вот любовь – это что-то важное. Это в приоритете даже может быть, да. У кого-то может любовь даже на первом месте вообще в жизни быть. Вы просто не мыслите своей жизни без любви. Она же как-то вот подружки, гулянки, посиделки, вот это все пьянки-гулянки. С этой женщиной, да, у вас произошли кардинальные перемены, ну вот расставание, да, вот вы из-за этой женщины, вы остались один отшельником. Вы пытались спастись, знаете, вот пытались с помощью еще некоторых друзей своих, может проигрываться, что друзья вас как бы вытягивали из этого состояния, потому что очень и очень было вам плохо. Скорее всего, проигрывается, что у вас были либо же судебные разбирательства. Но это может быть либо просто развод, либо же сюда еще можно отнести дележку там имущества, денег, машины, квартиры и все остальное. Причем вот вы хотели как бы по справедливости поделить, а ей хотелось побольше себе урвать. Еще так может проигрываться. Ну, она такая, вот знаете, как бабочка порхает по жизни. Вот куда хочу, туда лечу. Для семейной жизни, ну,
такое ощущение, что она не очень-то и подготовлена вот к серьезным отношениям. Но опять же, она манипуляторша еще та. Вот она вроде бы и несерьезная, да, вам хотелось любви, вы были, и снова у нас император наш любимый выпадает, да, вот вы император, и от этого никуда не денешься. Смотрите, вроде бы вам хотелось и любви, а она хотела вот легких отношений, она хотела вот красивой жизни, она этого и сейчас хочет. Плюс может еще проигрываться, что дамочка либо же увлекалась, либо занималась и занимается магией. Поэтому могут быть такие моменты, что у вас были, вот, особенно когда вы были вместе, могли быть перепады настроения, когда бывало что-то непонятное творилось со здоровьем. Напишите, было у вас что-то подобное. Ну, то есть, могли, знаете, вот состояние агрессии, спокойствия, вот резкие перепады, вспыльчивость какая-то, импульсивность могла быть. Либо же вот резко плохо себя почувствовали. Бывает такое ощущение, что резко вот лицо как будто гореть начинает. Как, ну, обычно говорят, что вот кто-то обсуждает, да, вот если щеки красные, горят. Это не без магического воздействия, да, но сейчас у нас расклад о другом, но эта дамочка, большая вероятность, что чудила что-то и с магией. Она, знаете, вот такой человек, который... Она будет четко идти к своей цели. Она очень любит, когда все вообще вокруг так, как она хочет, так, как она любит. Ну, очень эгоистичная такая дама. И в то же время, ну, абсолютно несерьезная. Вот вам хотелось любви, да, вам хотелось семьи, вам хотелось вот взаимности какой-то. Да, поначалу это могло быть, но потом она начала вот как-то гулять, как бабочка порхать. Так, давайте-ка теперь посмотрим, как же изменилась или же не изменилась ее жизнь после расставания с вами, да? Ну, так же порхает. Ей нравится, ну, даже не о чем говорить, да, вот она, вот у нас карта дурака. Она может, знаете, влипать даже в какие-то неприятные истории, потому что у нее поступки бездумные. Она себя ведет иногда как маленькая наивная девочка, вот даже не думая о последствиях. Вот захотела, сделала, сказала. Но я вам скажу, у нее не все так гладко, как казалось бы. Не все так гладко. У нее проблемы в личной жизни. Она очень хочет любви. Да, вот она мечтает о любви. Она пытается устроить свою личную жизнь, но я не вижу у нее стабильных отношений. От слова совсем. Ей это очень сильно доставляет, ну так, недовольство, много боли, разочарования. Да, вот она думала, что вот вы разойдетесь, и она так легко и просто устроит свою личную жизнь, что она так легко и просто будет жить с мужчиной, либо же замуж выйдет. Но все пошло не так, как она думала, все пошло не по плану. Опять же, одно дело, когда она ходила там пьянки-гулянки, да, когда просто человек развлекается, то еще да, мужчины могут как бы пользоваться ей, да, вот как чисто как вот сосуд какой-то. Вот я не хочу это называть, да, оно не очень красиво звучит. Вот. Но, тем не менее, она надеялась, что она так легко и просто все сделает, устроит свою жизнь, но так не получилось. Нет. Абсолютно, я не вижу у нее счастья в личной жизни. Абсолютно. Причем вот чем больше, чем дальше, это все больше ее напрягает. Вот все пошло не по плану. Ей хочется, причем я вам скажу, ей хотелось бы молодого, красивого, такого, чтобы, знаете, упругое тело, накачанный, но такие на нее не клюют. И у нее сейчас вот вообще начинается такой довольно проблемный период. Она реально может либо же в депрессию впасть. У нее вот, у нее с такими вот красавчиками, у нее могут быть чисто, ну, такие, знаете, легкие отношения, либо же одноразовые романы. На большее она не годится. И мужчины это прекрасно видят. У нее отношения рушатся, у нее как-то вот
Что у нее? У нее как будто вся жизнь вот рушится. Вот как бы она ни пыталась вот магию использовать, да, вот она все равно остается в одиночестве. Она не может устроить именно стабильную свою личную жизнь, ну, потому что она абсолютно не тот человек, который нужен для отношений. Мужчины это прекрасно видят. Она причем пытается сама вот проявлять инициативу к мужчинам. Она пытается как-то там, может быть, глазки строить, флиртовать, зажигать, приглашать. Но, тем не менее, нет, у нее абсолютно, у нее на паузе стоит личная жизнь. Вот серьезных отношений я не вижу от слова совсем у нее. Вот не вижу, ей хотелось бы, да, вот любви, вот любовь морковь ей хочется, но нет, абсолютно, абсолютно. Плюс у нее еще могут ухудшаться отношения вообще с окружающими. Даже могут проигрываться ссоры с родственниками, ссоры с подружками, там, либо с коллегами. Ну, то есть у нее сейчас какая-то вот черная полоса реально начинается в жизни. Ну, а как она хотела? Бумеранг, он такой, я всегда говорю, что бумеранг – это неизбежность плохих поступков. Вот ей тяжело сейчас и морально, и тяжело даже может проигрываться, что еще и финансовые у нее проблемы, либо же намечаются, либо она уже в них сейчас находится. Вот как будто окружена вот этими проблемами. Она хотела бы разорвать вот этот вот, знаете, как порочный круг какой-то, вот этих вот круг неудач, да? Она очень ждет мужчину, нового мужчину. Она надеется все-таки, что она выкарабкается, но у нее депресняк сейчас конкретный. Плюс может даже проигрываться. Вот, да, она хочет любить и быть любимой. Она очень этого хочет. Ну, получится ли? Нет, у нее не получится. Она не найдет такого мужчину, который бы любил, кружил ее так, как вы. Она может даже проигрываться, что знакомится и по интернету, там, либо же в соцсетях, да, вот, вот эти все сайты знакомств. Но все равно я толка не вижу. Вот человек реально получил свой бумеранг за то, что вас обижал, да. Причем у меня такая картина вот вырисовывается, да, вот. Такая информация мне идет, вот, когда я смотрю на расклад, что я думаю, у некоторых из вас может проигрываться такой момент, что вот те, кто вас обижают, вот они будут наказаны свыше. Может быть, даже вы уже и заметили это. Вот бывает такое, да, вот кто-то вас обидел. И пусть даже если не сразу, может быть и сразу у кого-то, да, вот что-то с человеком, либо же проблемы начинаются, да, либо же заболевает там, ну, какие-то неудачи начинаются. Вот я думаю, вот точно кто-то из вас это замечал, потому что, ну, идет мне такая информация. Напишите в комментариях, заметили вы или нет, что вот как будто свыше воздается, как будто высшие силы наказывают тех людей, которые вас обидели. Это не только женщин. Это не касается женщин. Вот даже, кстати, я по себе так заметила. Вот меня обижать нельзя. Вот кто меня обижает, это все, это трындец. Вот как-то так. Поэтому дамочка ваша получила по заслугам. Она так и останется, вот знаете, вот, ну, останется она в одиночестве. Но я не вижу у нее в перспективе мужчин. Ну, вот не вижу. Абсолютно. Вот она летала, как бабочка порхала, да, вот хотелось красивой жизни. Но что-то пошло не так, да, и там наверху на нее совсем другие планы. Поэтому ее можно только пожалеть. Ей можно посочувствовать, но любить такую женщину, да, которая не ценит, которая врет, которая изменяет, да, которая делает больно своей половине, своему мужчине. Ну что ж, за что боролась, на то и напоролась. Пусть живет, как знает, да, а вы живите дальше с высоко поднятым носом, да. Держим хвост пистолетом и настроены на позитив, и все будет хорошо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И всем пока!